Да. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то? Чё с деньгами? Чё? Куда звонишь? Тебе звоню. Кому? Ну тебе. Кому тебе? А вот тебе вот. Ты кто такой? Михаил Павлович. Какой Михаил Павлович? Терентьев. Такого не знаю, ты ошибся номером, друг. Кто? Ты. Чё с деньгами? Какими деньгами? Ну, которые я внес в капитал. Куда? В капитал прожиточного минимума. Ты пьяный или кто? Сынок. Я Михаил Павлович, я... Кто такой? Пьяный. Вот именно, ну и все, завяжи лямку, ёбаную. Куда, что завязать? Завяжи лямку. А что ты кричишь? Да ничего. Алло. Да. Ну что там? Чего? Как с деньгами обстоит вопрос? Какими деньгами? Которые я вложил в капитал. Какой капитал? Прожиточного минимума. Какой? В смысле, в какой? Звонишь? По какому номеру звонишь? По твоему номеру. Ты сынок? Чё? Сынок ёбаный! Чё? Ты куда звонишь? Чё ты кричишь? По какому телефону звонишь? 22-25. Ну, какой капитал? Лидер ты ёбаный. Прожиточного минимума. Ну, прожиточного. Ну, а чё ты кричишь? Да нихуя, ну соплю разобью тебя нахуй, сопляк ёбаный. Чё? Ты понял, да? Я не понимаю, куда. Всё, заткнись нахуй. Алло. Пидорас ёбаный. Чё я? Ты приедь сюда, я тебе пушку дверну. Какой адрес? Вот приедь сюда, я тебе пушку дверну, сопляк ёбаный. Не надо. Ты понял, да? За что? За всё. Чё я сделал? Сынок ёбаный. Чё с деньгами? Ты понял меня? Чё с деньгами, я спрошу? Вот всё. Какие-то деньги, ёбаный, пидорас. Кто? Ты. Почему? Всё, заткнись. Алло. Я сейчас ещё знаю, с какого ты телефона звонишь. Я звоню сейчас из офиса. Какого офиса? Находящийся по улице Красноармейской, 4. Вот номер на твой телефон, скажи мне. Алло. Скажи номер телефона своего. Зачем? А чтоб я приехал, тебе обочку набил. За что это? А за все. Ты понял, да? Ничего не понял. Я тебе сказал, сынок. Что? Ты понял меня? Папа. Все. Чё все? Ты давай номер телефона или сюда приезжай. Деньгами как вопрос обстоит? Какими деньгами? Которые...